субботу. Русские идут. 14 часов 36 минут в нашем прекрасном городе Берлине. Русский язык в политике. Есть русскоязычные политики уже в Бундестаге. Искусстве. Меня Снивальция, русские фильмы, Сталинград и матч. И жизни Германии. Русский язык зарождается в провинции, уродуется в столице и сохраняется в эмиграции. Проект о русском языке вне России «Русский иньяс» в субботу в 3 часа дня на RTVI.